Итак, приветствую, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и выходит очередное видео, вот, в котором я, грубо говоря, сейчас возьму и задоначу. Да, я недавно буквально снимал видос о том, что я не буду больше донатить, прям такое название было, но тут ситуация изменилась. Сразу вас предупреждаю, говорю честно, данное видео записывается на стриме. Но я боюсь, что вдруг кто-то что-то пропустит это событие, а потом снова посыпятся вопросы, а откуда у тебя это, откуда у тебя то, потому, как бы, я вас предупреждаю. Если вам это видео понравится, поставьте лайк, а лучше прямо сейчас поставьте лайк. Сразу, да, мы записываем на стриме, и давайте будем честными, я переключаюсь на стрим, чтобы вы видели, во-первых, чатик, чтобы не было вопросов, если что-то вдруг там произойдет, чтобы вы все прекрасно, ребятушки, брали и понимали. Теперь, почему я буду донатить? Потому что мне подписчик задонатил целую кучу денег, вот, и отдельно еще 2000 рублей задонатил, сказал, бери пак с пыльцой, роль, вот, я вам говорю. Спасибо еще раз. Андрей, тебе спасибо. Я вам говорю, подписчик задонатил, говорит, купи нормальный пак, а не этот блиц-турнир, и трать пыльцу, роль там, ни в чем себе не отказывай. Наша главная задача, это, конечно же, ребята, взять и выбить мастера рун. Вряд ли у нас за 400 пыли получится его собрать, потому что у меня там не хватает около 140 попыток, но, тем не менее, пытка не пытка, это раз. Мы станем ближе к мастеру рун, это два. Ну и в-третьих, мы еще паролим 1020-30 самоцветов, может быть, еще кого-то выбьем. Я бы паролил бы больше, но хочу оставить хоть что-то на роллинг созвездия для Леди Божества. Брамс, 2 рубля белорусских. Тупо видос попал. Го видос, ребят. Спасибочки, спасибочки, спасибочки вам, ребят, всем за поддержку. Те, кто смотрит видео, ну не обижайтесь. Лучше пускай я такое видео запишу, чем никакое. Так, полетели. Я сейчас это все, ребят, беру, покупаю. И мы идем развлекаться. Та-та-та-та-та. Андрею, блин, огромнейшее просто спасибо. Пипец. Разнообразил стрим, еще и видос, и прям вообще огонь, ребята. Прям вообще огонь. Та-та-та-та-та. Воу-воу-воу. Да вы с ума все сходите. Ты самый великий из кибербойцов в КС. Нет, игру раздают просто так без подписки или сделай опрос, какую игру начать. А теперь плачем. Сегодня бы мы могли играть уже в Cyberpunk 2077. Карен крут. Андрей, поклонник Карена, спасибо тебе за донатик. На донатики отвечу после того, как запишу видео. Саня Фанни Вульф, тебе тоже огромнейшее спасибо. Твою гильдию LOS тоже потом прорекламируем. Фух, короче. Полетели. Мы купили. Да, еще отдельный момент. Не надо надрываться в комментариях, писать по поводу того, что сегодня супер невыгодный день для доната. Мы и так все это прекрасно знаем. Но, во-первых, маленькая развлекуха для тех, кто находится на стриме. Маленькая развлекуха для вас, кто находится на видосе. Понятное дело, что пак за 2000 рублей лучше было бы купить, когда там акция 1 плюс 1. Но, как бы, движуха, развлекуха, почему бы и не, да? Вон мне даже тут кто-то пишет. Да, вы сейчас все будете... Когда уже донить, чтобы на видос попасть? Дроид, спасибо. Какие вы вредные, меня потом в комментариях на видосе просто засрут. Засрут по полной программе. Фу, князь видосы на стриме записывает. Ай-яй-яй. А я мог бы втихаря взять и отключить отображение донатов и сделать вид, как будто сейчас не видео, а стрим. Пока как будто не стрим, а видео. Ладно, погнали. Во-первых, ну тут, понимаете, сегодня день идиотизма от IGG. Потому что, ну вот посмотрите даже вот на эти акции. Реально, сегодня я в них участвовал, было несколько попыток, я там заработал 3000 значков почета. Вот две карты группового подземелья. 2020 год, как говорится, да? Вот самое крутое, что мне дали, это 200 самоцветов. Спасибо, IGG. Просто красавчики от души. Ох, да вы с ума все сходите! Здравствуйте, дорогие зрители и, конечно же, Дорога Князь. Это IGG, типа, задонатили. Александр, напоминаем, вы должны нам позитивные видео. Флешмоб. Блять.
Меня захуесосят в комментариях под этим видео, друзья. Спасибочки вам всем большущие. IGG, спасибо. Ленчик, спасибочки. Огромнейшее. Вот. Реально, спасибочки вам, друзья. Это что-то жесткое, короче. Пипец видос будет. Точнее, комментарии, вот комментарии вообще будут просто идеальные под видосом. Вот вещи, господи. Саша мне письма не слал. Спасибочки, Андрюха. Он самый красивый, кстати. Спасибочки. Письмо обычно Сафон отправляет. На Фанька домовой. Саня донатер, удачи выбить мастера. Спасибочки, спасибочки тебе, дружище. Так, как и обычно система. Ненавижу эту императорскую кузницу. Да, можно выбить вот этих вот два ящика Валентины, но в целом здесь награды все говно, ну, если не считать этого. Ну, тут процент 8%. Ну, короче, знаете, если меньше 80, меньше 90%, то это уже означает, что, скорее всего, ты не выбьешь и не заберешь. Потому каждый раз, когда у меня мало на что-то шансов и нету нормальных никаких плюх и бонусов, я выбираю самую топовую награду с наименьшим количеством процентов. И никогда оттуда не выигрывал. Никогда! Понимаете, просто никогда. Просто, понимаете... А должно же быть когда-то повести. Ну, давайте 4% и 32 сотых. Давайте попробуем. Подтвердить, давай. Ковка не удалась, наверное, да? Ой, что-то завис. Задумался. Сейчас еще выкинет. Вот. А, ну он сейчас мне даже решил, типа, ответ не давать. Да, я правильно понял? IGG! Вы только что мне, типа, донатили. Какое позитивное видео о вас записывать? Брамс, спасибочки. Выбей мастера рун, заколебал ты с ним уже в гильдии лос. Ладно, ребят, я предполагаю, что я, скорее всего, не выбил из этой ковки ничего. Давайте еще раз зайдем в эту кузницу. А, смотрите, она даже не засчиталась. Ну давай, вторая попытка. Вот, вторая попытка. Ковка не удалась. Получите утешительный приз в вашем почтовом ящике. Хорошо. Вот. На Фанька домовой 40 рублей. БГ прошел? Нет, еще пару попыток осталось. Все хорошо, все контролирую. Так, идем дальше. Подарки тут. Это все понятно. Значки почета, заработанных героях. А все, в принципе-то толком. Акций-то никаких нету. Блин, ребят, спасибочки вам за донатик. Охренеть. Накидываете прям вообще. Так, войди в игру, найм редких героев, ежедневный бонус, привет, весна. Ну, вроде нету никаких наград. Ну, подарки тут, там тоже, до свидания. А, нет, смотри, здесь что-то мне вот 4 камня судьбы дает. Окей. Ну и все. В событиях подарочки от Авиара. Ёлки-палки. Андрей Джуйс, 30 рублей. Всем привет, я видео. Спасибо. Спасибо. Как меня засрут люди в комментариях. Просто жесть. Смотрите, подарочки от Авиара. А, это здесь отдельно надо покупать. Ладно. Вы с ума все сходите. Ты топовый ютубер. Смотрю тебя очень давно. Продолжай в том же духе. Спасибо. Спасибочки, ребят. Спасибо, Андрей Большущий. Короче, прям жесть. я начинаю еще больше тупить. Да вы издеваетесь! Спасибо! Саня, спасибо. Ну, Санечка, прорекламь, плиз, гилось. Мы же тебя любим. Ты самый лучший ютубер. Ребята, бугагашеньки. Ребята, вот все, в виде исключения. На видео я не рекламирую. Ребята, спасибо вам большое. Вот, в виде исключения. Гильдия Лос, все. Успокойтесь. Вот она. Прием через Телеграм. Злой 62. Добрая 102. Атака фортов 20.00. Первые места, ребята, топ-10. Вступаем в лос, а то они от меня не отстанут. Спасибочки большущие. От души. Все. Ребят, никаких... Вы понимаете, что меня засрут за это видео? По полной программе. Оно уже длится 9 минут. Я еще толком ничего не начал. Я сижу на донаты отвечаю. Я понял, чтобы зарабатывать на стримах, нужно включать запись видео. Типа, ребята, я включил запись видео, и все. И ба-ба-ба-ба-бам началось. Так. Пыль. Там я все забрал. Короче, у нас тут
Жди, так, пыль. Где ты, пыль? А, мы ее там прямо сможем, да, достать? Парящий остров. Так, еще раз, сколько у меня там осколков? Мастер-рун, 62 осколка. Сейчас посмотрим, сколько мы за 400 пыли сможем выбить. Так, парящий остров. Парящий остров, давай. Переходим. Раз чехляем, у нас 450 пыли. Брамс, 2 рубля. Саша, ты лучший ютубер ПБЗ. Спасибо за стрим. Да вам спасибо, друзья. Я от вашей похвалы сейчас зазвездюсь. Вот, звезду поймаю, и все, и все, как бы. И буду сидеть пальцы веером крутить. Мастер рун, 3 осколка пока что выпало только. Вот. Леди... О, зато сейчас как назло леди божество будет падать. Вот когда у меня было целое... О, 5 осколков мастера рун. О, еще леди божество. Когда у меня было целая куча пыли, леди божество не падало. Сейчас уже аж целых... Целых 20 этих осколков упало. Ну, серьезно. IGG, вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Еще, еще... А, вы, наверное, не видите. Так, давайте я себя передвину. Чтобы все было видно. Вы просто накидывает. Уже 30 осколков ее выпало. А я сейчас 40 осколков... О, уже 40 осколков выпало. Ёлки-палки, Нафанька, спасибо тебе за 100 рублей. Удачи и доброй ночи. Спасибо, удачи еще понадобится. Еще 2 попытки, если не ошибаюсь, на битве гильдии. Слушай, ну и мастер рун вроде падает. Конечно, не в таких количествах и не так активно, как леди божество. Но это издевательство. Еще 10 осколков леди божества. Ну вот серьезно. Ну вот серьезно. Когда у меня была целая... Я тысячу пыли тратил, и мне 50 осколков леди божества не падало. Еще 10 осколков леди божества. Это как вообще возможно? Это как возможно? Это что-то ненормально. О, так, все. Больше, чем половину потратили. И вот только один этот крутой камушек выбили. Так, ладно. Вот, допустим, смотрите, 60 осколков леди божества за 200 пыли получили. Это, ну, как бы у меня... Я ж когда выбивал леди божество, у меня ни разу такого результата не было, чтобы она вот так вот падала. Сейчас, как назло, мы еще из карт этих донатных ее выбьем, я вам отвечаю. Как только я ее специально купил, все, понеслась. Мастер рун. А нам мастер рун нужен. Так. Воу. Так, мастер рун, падай, друг мой. Падай, падай, падай. Падай, мастер рун. Падай, мастер рун. Падай, падай, мастер рун. Я вот тут рассказываю, 500 тысяч самоцветов ролить, и чтобы тут... И мастер рун, грубо говоря, елки-палки, за 500 тысяч самов, чтобы его выбить. Я говорю, сколько я уже самоцветов переролил, 2 раза только получилось мастера рун выбить, к сожалению. И это печально. Так, идем дальше. Получаем. Аня Вульфик, спасибо тебе большое за донатик. Фу, так, это мы получили. Итого, сколько у нас осколков. А, вот сейчас мы леди божество не выбили. Спасибо, Аня, большое. Парящий остров. 5 попыток у нас остается. Ну, механоида выбиваем по 5 осколков. Так, все, попытки закончились. Переходим к ништякам и подведению итогов по... Так, леди божество 60 осколков. Мастера рун было 62. То есть, ну, тоже около 50 мастера рун на самом деле выбил. Ну, как бы неплохо. Как бы неплохо. В принципе, его уже можно будет так где-нибудь по чуть-чуть, если что, осколочками дособрать. Механоид Альфа уже 84 осколка. Так, по чуть-чуть герои соберутся. И можно не париться. Вот, окей. Но мы еще попытаемся сегодня паролить самоцветы и выбить. Так. Коробки Валентина открывай по одной. Больше падает синих камней. Попробуем. Брам, спасибочки тебе за 2 белорусских рубля. От души. Так. Ваши подарки, друзья. Что-то их мало. Ну, давай самое неинтересное открываем. Питомцев.
питомцев открываем. Окей. Дальше. Сундук замка. Открываем, друзья. Так, тут еще книжечки, ресурсики. Это очень важно, они пригодятся. Ой, я вот... Как мне открыть? Мне нужна маскировка отсюда. Вот как мне это все дело открыть, ребята? Я не знаю, чтобы ее выбить. Или сразу 8 открывать. Или по одной. Давай по одной попробуем. Нужна маскировка. Фиг там. Фиг. Фигли. Фигушки. Маскировка, приди. Порочный пакт. Маскировка. Ну твою ж мать. Просто 6-я маскировка на аккаунте Макс. Все? Охренеть. Так. Ну давайте, как подписчик написал, открывать все. Давайте сразу откроем все. Кто-то разом, по одной. Давай. Ну, слушай, неплохо. Даже при том, что все открыли, я считаю, что вроде неплохо упало. Ну что, 4 карточки, друзья. Если сейчас Леди Божество выпадет, то это просто... Я начну не то, что верить в закон подлости, а просто начну его прославлять, наверное. Давайте сразу все 4 открываем, друзья. Разом, так сказать. Ёлки-палки. Ленчик, спасибо. Согласна, Сани и Брамс. Согласна, Сани и Брамс. Хватит. Я застеснялся, у меня уши горят, ребят. Спасибочки вам огромнейшее за поддержку. Реально, огромнейшее вам спасибо. Карта героя, официальные события. Андрюха, спасибочки. Спасибочки большое. Так. Воу, ну чё, открываем, друзья? Открываем, давай. Уже предсказывают в чате 4 дуэлянта, ну давай. Блять, Леди Божество! Леди... А, вы из-за доната не видите, сейчас увидите, вы просто охренеете. Вы посмотрите на это, вы просто посмотрите, сука, как? Я уже столько карточек на своем аккаунте открыл, ни разу не выпало это Леди Божество. Это просто супер закон подлости. Даже дуэлянт упал. Не 2, не 3 штуки, а 1. А 1. И взяла... Вот сейчас, когда Леди Божество есть, конечно же, он выдаст мне Леди Божества. Леди Божество. Просто... IGG, я не знаю, у вас там что-то... У вас там что-то реально сумасшедшее происходит. Это ненормально. Это ненормально. Просто, я не знаю, это супер закон подлости. Это просто пипец. Просто пипец. И, кстати, огромнейшее спасибо Игорю Борисову за оформление спонсорской подписки. Всем большущее спасибо, кто продлевает, оформляет спонсорки. От души, спасибочки, вы красавчики. А есть еще большие красавчики, а есть еще и господины. Вот. Ну что, я вам обещал паролить, давайте паролим. Сейчас, знаете, закон подлости будет настолько большой. Давайте не 20 тысяч, а 30 тысяч. Я думаю, 40 тысяч мне на созвездие хватит. Сейчас будет супер закон... знаете, даже из роллинга выпадет Леди Божество, при том, что она оттуда падать не должна. Вот как бы я уже... Понимаете, я уже ничему не удивлюсь. Полетели. Просто полетели. Фея. Душегуб. Чего мне не хватает? Мастера рун, Матрёны и Берсеркера. Рыцарь тьмы. Рина. Снайпер одержимый. Может, чем черт не шутит, может быть, рандом что-то и даст, потому что я сегодня пока записывал видос про обновление, я же ролил героев. Давай. Хотя после того, как открываешь все ништяки, обычно не везет. Еще 20 тысяч самов, ребят. Трифит, о боже, конечно. Вообще как-то херово падает, я вам скажу. Мягко скажем, не очень. Дама холода. Гаргул Рина. Ну, дама холода, что-то из редких упало, более-менее новых. Бульдозер, и как бы все. Ну, давай, ты три недостающих героя, которых можно выбить за самоцветы. И что, ни одного не выдаст? Заклинательница. Оборотень, ледяной, химера.
Так, еще 8000 самов. Влад Дракула. Ну давайте, ладно-то, до 30 тысяч самоцветов ролим. Знаете, еще 16 тысяч самов. Что, вы зря смотрите это видео, что вы зря сидите на стриме? Давайте попробуем. Давайте попробуем, друзья. Давай! Фея. Свален. Рыцарь тьмы Фобос. Блять, я уже готов был радоваться. Я смотрю, какие-то нестандартные картинки. Редкие, но нет. 10 тысяч самов, ребят. Мастер Рун, приди. Пепельная Матрёна, приди. Берсерк, приди. Ну давай уже, 7 тысяч самов. Ну, блядь, ну как это возможно? Трех героев не хватает на аккаунте. Паладин, да? Бугимен, да, отлично. Рыцарь, просто 2020 год, суккуб. А почему бы и не да? Не, это бесполезно. Это бесполезно. Будем потихонечку тогда собирать и с бесплаток пытаться выбить. Фух, я надеюсь, сегодня было интересное и жаркое видео. На стриме было точно очень жарко. Если кого-то чем-то обидел, извините. Если понравилось, не забудьте поставить лайк. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Большущее спасибо тем, кто меня поддерживает. Прям вообще респектос. Отдельное спасибо Андрюхе за этот видос. Можете в комментариях написать. Спасибо Андрюхе. Вот. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Сидим дома, моем руки, и все будет хорошо. Чаушки, ребят. Все-таки баланс — это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Вот там как бы, и что, я получу 10 тысяч кулаков, но это реально бред. Поставил на всякий случай на запись видео, но давайте на стриме проролим. Валентина, ведьма, Сноузила. Уже 5 слил. Но он из принципа не падает, сука. Ему похуй. Ааа, блядь, берсерк, нихуя себе, в рот мне ноги наоборот. Леночки, просто лайк. Леночки, 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 просто лайк. Охренеть. За тобой выехали братья мои дагестанцы. Охренеть. Вот, ну, ёб, ну, как бы уже леди божество открою. Ну, открытое. Сейчас берсеркер открою. Еще 3000 самоцветов с половиной потрачу. Вот, хотя лучше не тратить, потому что нужно будет созвездие обоим ролить. Охренеть. Капитан Дрейк, давай еще кого-нибудь там. Пепельную Матрону, не знаю. Призрачный всадник. Не, я это вставлю на видос. Я это вставлю на видос. Охренеть. Блять, спасибо вам, ребят, большущие. Охренеть просто. Охренеть. Так. Короче, заебусь я с этими прокачками. Ой. Фу. Да, ребята, я не буду уже добивать мастера и так далее, потому что... Ну, 30 тысяч самоцветов. Мне эти 30 тысяч самоцветов надо на двух героев как-то созвездием паролить. Охренеть. Охренеть. Лайк поставь! Лайк! Лайк поставь!